И в комнате ее там, где диски ложили. Хорошо, хорошо. Подняться.
будет называться мне женой. Я внимательно наблюдал, когда заходили дружки, красивые, симпатичные, и дружки тоже. Но обратил внимание, что жених не подал ни одной дружке руку. А когда подведена была невеста, он сказал: вот это, вот это. Поэтому мы сегодня предстоим пред Господом. Этот день сотворил Господь. Слово Божие говорит: возрадуемся и возвеселимся. Сегодня молодые предстоят пред Господом и перед Церковью. Сегодня мы являемся свидетелями этого торжественного брачного сочетания. Перед тем, как приступить, и все, кто присутствует на этом месте, снова склонились пред величием Твоим. И благодарим за то, что Ты помог нам до этого места, что Ты собрал нас здесь, Господь. И это как бы маленькая тень того будущего, что ожидает всех уповающих на Тебя, когда предстанут там, на небе, пред Отцом Небесным, вместе с Тобой, Иисус, Спаситель и жених, к которому мы стремимся и с которым желаем уже сейчас находиться здесь на земле. И мы просим: благослови это служение, Господь. Благослови сердца молодых принять это наставление. Сердца присутствующих также, Господи, понять ту ценность, которую мы имеем от общения с Тобою. Благослови также и брата, который будет читать это наставление, чтобы оно было в силе Духа Святого, чтобы имело силу, Господь, и каждый мог принять это для себя. И также просим Тебя, Господь, то благословение, в котором нуждаются дети Твои, и молодые, Ты благослови их и пошли обильно, чтобы они имели радость здесь на земле. А если даже и встретится какая-то скорбь или переживание, чтобы понимали, что без Тебя ничего не происходит, потому что любящим Тебя, призванным по Твоему изволению, все содействует ко благу. Да будет во всем прославлено Твое имя, вечный наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Пожалуйста, все присядьте, кроме наших молодых. Книга пророка Амоса, третья глава, третий стих. Мужья любили своих жен так, как Христос церковь. Знаешь это? Знаешь, как Христос возлюбил церковь? Христос так возлюбил церковь, что отдал себя за нее в жертву. Это отдача. Любовь – это жертва. Любовь – это отдача. Если нет жертвы, там нет любви, жертвенность. Поэтому очень важно, чтобы ты помнил это. Следующее. Библия говорит, чтобы любить своих жен, как свои тела. Я думаю, что ты любишь свое тело. И каждый из нас любит свое тело. Но Бог советует нам, чтобы мужья так любили своих жен, как свои тела. Следующая Библия говорит о том, чтобы обращаться благоразумно, как с немощнейшим сосудом. Бог сегодня вручает тебе, брат Юра, самый нежный сосуд, хрупкую вазу. Посмотри на нее, да? Да. И вот Бог тебе сегодня ее вручает. И знаешь, это уже ответственность. Бог говорит, что ты должен обращаться с ним, как с немощнейшим сосудом, как с хрупкую вазой. Ну, знаете, есть юмор, там молодежь шутит, говорит, что вазу нужно брать за горлышко и тому подобное. Но это молодежь шутит, и это в своей интерпретации. А Библия говорит, что нужно обращаться благоразумно, с нежностью. Следующее, Библия говорит о том, что мужья не должны никогда быть суровыми. Бывает, где-то нету настроения. Бывает, что где-то приходит домой муж, он не хочет, чтобы кто-то его о чем-то спрашивал. Если жена задаст вопрос, он может ответить: не спрашивай меня, отстань от меня, я устал, я не хочу общаться.
Юрий, такого не должно быть в семье. Какой бы ты ни был устал, может быть, кто-то тебе настроение собьет, когда ты приезжаешь домой или приходишь, увидел лицо Наташи, она тебя спрашивает: миленький, как у тебя? А ты отвечаешь: слава Богу за все. Ей будет приятно, и тебе будет приятно. Ты обещаешь, брат Юрий, посмотри вот на Наташу, посмотри в глаза, обещаешь, что ты так будешь поступать? Хорошо, пусть Бог благословит. Наташа, я думаю, что тебе приятно слушать, да? И видеть его улыбку, видеть его обещание. Ну, ты знаешь, что обязанности жены в семье не меньше, чем для мужа. Во-первых, до сегодняшнего дня у тебя были, ты была под ответственностью родителей. Ты подчинялась полностью им. Это не знаю, как тебя родители. Когда они где-то, может быть, чем-то поделятся с вами, или что-то пожалуются вам, скажут, что-то не до конца клеится, не до конца мы находим понятия друг с другом. А вы говорите, родители Наташи говорят: слушай, Наташенька, но лучше Юры нет, ты посмотри внимательно. А мама говорит: Юрочка, смотри, но лучше Наташи нет, она самая лучшая у тебя. Вот когда вы будете так говорить и будете давать советы, поверьте, что они будут крепкие, их брак будет крепкий, и они будут радоваться жизни. Вы обещаете родителям, что будете так поступать, хорошо? Пусть Бог благословит вас. Дорогая церковь, я бы хотел обратиться к вам. Вы сидите, но вы понимаете, насколько на церковь уложится большая ответственность, чтобы взять молитвенный список молодую семью. Вы видите, какое сейчас идет сильное поражение в семьях. Я думаю, вам не нужно об этом говорить. Сегодня не хотелось бы какие-то мрачные цифры приводить. Но это не просто мрачные цифры, это цифры, которые соответствуют действительности. Сколько несчастья в семьях. Поэтому для того, чтобы эта семья была очень крепкая, ответственность ложится на церковь, чтобы молиться об этой молодой паре. Я бы хотел спросить, братья и сестры, вы обещаете, что будете молиться? Не слышу. Да. О, хорошо, уже веселее. Это, братья и сестры, не забудьте об этом. Не забудьте. Возьмите их так, запишите в молитвенный список. Молитесь за брата Юрия, верно друг другу. И в этом будет благословение для них. Итак, все согласились. Наставление передано. Молодые дали обещание пред Господом. Сейчас очень такой ответственный момент, святой момент, когда мы будем молиться. Помолится жених, помолится невеста, потом так по порядку помолятся родители. После молитвы родителей хор споет псалом один: «Боже, предстали по воле Твоей». Во время пения хора мы с Николаем Алексеевичем, пастором церкви, возложим руки на жениха и невесту и будем молиться, чтобы Бог их благословил. Давайте, поднимемся для молитвы. Все жительство, потому что сильно себя люблю. Наташа, это любовь. Не бросала меня ни на когда. Обязательно вышел к тебе, ты был моим главным источником любви, Господи. Господь. Потому что любовь, Господи, Господь, Господь, меня, Наташу, и все наше.
святые руки, а ты наш Отец Небесный. Дорогой Господь, я тебя благодарю и славлю за сегодняшний день, за то, что ты нам посылаешь, Господи. Благодарю тебя и славлю за то, что ты послал мне такого замечательного мужа Юру, Господи. Дарю, чтобы у нас в семье все было хорошо, дарю, чтобы мы повиновались тебе, чтобы в нашей семье ты был всегда главой, Господи. Превосходим всегда во всем. Аминь. Их путь на этой земле, сколько ты продлишь им, Господь, проходить здесь, мы просим, чтобы ты благословил их и духовно прежде всего, и материально, потому что знаем все их нужды, и весь путь, который будет совершать, чтобы был благословен тобою, и когда ты пошлешь им наследие, Господь, чтобы это также было твое благословение и послужило для их радости, для славы твоего святого имени. На каждом шагу, Господь, их жизни, ты прибудь с ними и оберегай. Поздравляю вас, святую книгу Библии. Поздравляю. Благослови вас, Господь. Любите Господа. Николай Алексеевич подходит, поздравляет. Скоро есть там, что спеть, поздравить. И во время поздравления хора родственники, друзья могут подойти. А, говорят, что нужно присесть. Присядь. Краса, что Господа невестою зовется. Она ушла в невидимый полет. Она ушла в сияние славы Бога. Прислушайтесь, эфир передает слова прекраснейшего диалога. Любимая, лицо свое открой, сиянию чистый глаз дай удивиться. Пусть позади ты навсегда со мной, мы подойдем к концу, чтоб поклониться. Любимая, когда рождалась ты, был мой триумф, яда катастрофа, но нам никто не преподнес цветы, и колыбель твоя. Я сегодня, у меня в сумке есть куча подарков. И те из вас, кто будет послушный, кто будет активный, те будут получать подарки. Итак, первый подарок для тех, где в Библии написано про распорядителя первого. Вот мне такое оказали доверие, честь, и я вам оказал тоже, да? Где в Библии написано про распорядителя? Нужен распорядитель или нет? Ну, конечно. Поэтому после пения хора Валентина Васильевна желает от церкви тоже прочитать стихотворение. Харисты, пожалуйста, регент. Псалом радостный, торжественный. Пожалуйста, дяди, тети, братья, сестры, родные. Вперед! Дружки принимают цветы, потому что они не удержат все. Yeah.
знаете, я сейчас, Валентина Васильевна, почему я говорю «Аллилуйя, аминь». Встретились русские и американец, верующие. Тот не знает ни слова по-русски, тот по-английски. Но чувствует в духе, что христиане. И один подходит к нему, набрался смелости, говорит «Аллилуйя». Тот секундочку подумал, говорит «Аминь». И так они и поговорили. Валентина Васильевна, пожалуйста. Благословение церковное Юрия и Наташи. Всей радостной день верной. Стремитесь быть чистыми в чувствах. Ключи счастья ваши. Чтоб в радость выросли дети ваши. Наследия желаем сильного, здорового, любви обильного. В браке успешном и крепком. Бог наш да будет центром. Аминь. Спасибо. Если это правда о церкви, спасибо. 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 Кого не пригласили, кому не повезло, ну, в следующий раз пригласят вас. Да. И сейчас во дворе наши молодые, вот у них такое появилось желание, они в небо выпустят пару белых голубей. Знаете, когда Юра сказал мне об этом, я так и с женой своей поговорил, и с детьми. Ну что ж собой символизирует голуби? Что Библия говорит о голуби? Знаете, это тема отдельной длинной проповеди. Я буквально два слова, да? Самое первое, когда Ной после ковчега, кого выпустил? Прообраз Духа Святого, когда Христос принимал крещение, кто? Ну, конечно, голубь. И Христос сказал, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Знаете, на воде так говорят, что голуби, ой, лебедь – это символ верности, есть лебединая верность. Но вы знаете, что голубь, в отличие от всех других, кто-нибудь видел когда-нибудь, чтобы петух высиживал яички? Конечно, у кого это петух высиживал яички? Не знаю. А вот голубь наравне с голубкой, он сидит на яичках. Здесь есть братья голубями, кто занимался голубями? Вы знаете об этом или нет? И поэтому голубь еще, когда их выпускают, есть такие соревнования, пускают голубей за 1000 километров. И он возвращается к своей голубяне. Когда брат сегодня давал наставление, он сказал, что если Юра где-то будет далеко, пусть ему всегда хочется. Кто-то сказал, помните, счастье – это когда утром хочется идти на работу, а вечером возвращаться домой. Чтобы у тебя работа была хорошая, дом еще лучше. И пусть эти голуби, которые сегодня, пара белых голубей, воспарят в небо, они как Юра и Наташа. Они возвращаются в свою голубянь. Я думаю, это будет так символично. Ну, им так захотелось. Сегодня им все можно. Ну, или почти все. Правда, братья и сестры? Поэтому музыку. И после этого молодые поедут, пока еще они такие красивые, они поедут в фотосессию. И меня уже гости готовы были съесть. И пока мы поехали, за ними привезли. Поэтому без опозданий. В полвторого, ну, максимум на без 15. Два вы съесть. Хорошо, Наташа? Вот пусть порядок, знаете. И сейчас мы все будем ожидать их, готовиться, настраиваться. Пожалуйста, через эти двери кто-то пройдет. Это тут можно, на фоне елок будет хорошо. Так, паука там еще не вышел. Можно сюда пройти, на эту сторону? Не спешите, мы поставим. Не спешите. А где хозяин голубей? Нет. Точно пара це чи ні? Це Юра і Наташа, да? А да, видно, що ага, Юра такий крупкий, діловий. Є така, сейчас, секундочку, є така пісня, пам'ятаєте, кота? Пусть летят они летят и нигде не встречают преград. Благословений, вперед! Ура! И мы отпускаем вас. Просто на фоне людей работает. Ну хорошо. Вставай.
Так, заканчиваем фотосессию, последний снимок. Заканчиваем. Ты ж куда ехать снимать, наверное? Ничего. Аплодисменты. Ты будешь живой, да? Да. Юра, оператор вам нужен? Оператор? Да. Нужен? Берете, нет? Да, берем. Махает. А мы пишем. Ну, сейчас снимем, как мы его обгоняем. Молодцы, я вас снял. Сгибаться, пессимистами не стать, молодыми оставаться летом, даже 50. Чтоб невеста не старела, дайте нам за это дело, будем счастье приносить и подарки вам дарить. Будь хорошим женихом для своей невесты, приноси любви, будь счастье вместе. Желаю счастья много-много, кусочек неба голубого, и ни капельки слезы, много радости и любви.
Себе через много лет, Маша. Я думаю, все сфоткаем. Да, потом. Потом там походу. Я думаю, мы их не потеряем. Они не смущают их, я их писал. Давай. А то получилось. Значит, прыгай. Да, уже как получится. Хотя, может, я такого? Напиши.
Она на запись идет, просто направляет. Вера привела. Пауза у вас где? Красная кнопочка, черная экрана. Наташа, улыбайся. Давайте что-нибудь зарубить интересно. О. Даже парасольку уже можно закрывать, Юра.
Знаете, люди по-разному относятся к аплодисментам, но в Библии несколько раз написано, будут рукоплескать, и деревья, и все. Мы выражаем так нашу радость, наши чувства, наши эмоции, потому что мы же не на похоронах, правда? Мы пришли сюда, у нас несколько целей и задач. Прежде всего, я не побоюсь этого слова, и раз мы в молитве на доме, прославить Бога. Кто с этим согласен, скажите аминь. Аминь. Во-вторых, мы пришли, дорогие наши, разделить с вами радость. Представьте, вы бы вдвоем тут были. Красиво, все на словах, и вы вдвоем. Но я думаю, им все равно было бы хорошо, правда? А так пришло много родных, близких, друзей. Самое главное, Юра и Наташа, сюда пришел, и мы хотим еще раз пригласить, хотя уже несколько часов назад мы молились, но в Библии написано, Христос сказал однажды слова, без меня не можете делать ничего. Я иногда добавляю, беру на себя такую дерзость, что мы не хотим, Господи, ничего делать, правда? Что мы без Бога? Группа людей, а так мы члены Его тела. И поэтому вот сейчас в этой короткой молитве мы поблагодарим Бога за то, что они уже... Как звезда в нашем небе блеснула.
спеть. И родители, послушайте, если ваши дети умеют красиво петь, они получат приз от жениха и невесты. Съедобнее, да? И если ваши дети получат этот приз, может быть, они вам дадут кусочек откусить. Да, спасибо. Я думаю, это самое лучшее. В конце мы определим, который нам больше всего понравилось, тем будет такие необычные. Хорошо. Мне так нравятся жених и невеста, которые не просто сидят безучастно. Бывает, знаете, я вот сегодня 54-я свадьба, на которой я распорядитель. Я посмотрел 54-я. И первая, Люба, первая была у Павлика дома. Это было 40 лет назад. Сколько времени утекло. Бывает, что жених и невеста смотрят друг на друга. Им абсолютно все равно, что в зале. Бывает, что тарелку смотрят. Да, стараются. Эти умудряются. Знаете, когда я женился, вот у нас с Людой 34 года, и у меня были тоже два друга распорядителя, мне до сих пор неудобно, что я сидел, и я все время пытался им подсказать, что делать дальше. Но Юра активно участвует, Наташа, это хорошо. Поэтому сейчас, Павел, пригласи в группу воскресной школы, которая... Если у нас будут паузы, мне так приятно, у вас есть одна сестра, которая сказала, все паузы я могу заполнять стихотворением. А может и не сказки, а может не простую, хочу вам рассказать. В одной стране далекой, а может недалекой, а может очень близкой, причина это та. Праздник жатвы, ликование, и Америка цветет. Наш Господь благодеянен, всем с небес обильно шлет. Праздник жатвы, все дождали, огороды и сады, всем побольше воли дали свои чудные плоды. Но не хлебом и щетином проживает человек, он желает быть любимым и с любимой делить свет. И зажгла звезда надежды, кто тогда подумать мог, и такие повеления посылает только Бог. Наполняя душу светом, роль Божьего гонца, ангел посвящен советом для молодого удальца. Не пугайся и не бойся, пойди в землю твою, на родину отца твоего, и возьми жену из земли той. А как я узнаю ее? Вот тебе нить из всемирной сети, по ней найдешь невесту свою. Может быть, она не захочет идти со мной в эту землю. Должен ли я возвратиться в землю отца своего? Берегись, не возвращайся в землю отца твоего. Господь Бог, который взял отца твоего и мать твою из земли рождения их, пошлет знамение пред тобой, и ты возьмешь себе жену. Если же не захочет она идти с тобой, возвращайся в землю жилища твоего и возьми себе чужестранку, если совесть тебе позволит. Она прочно вязала нашим молодым сердцем. Нитка, скрученная трое, не порвется просто так. И теперь не просто двое, а удачи не больше план. Господи, Боже мой, пошли мне ее сегодня навстречу и створи милость рабом твоим. Вот я встаю в городе Одесса, на берегу Черного моря. Если девица предложит мне испить из ее кубка, вот та, которую назначила рабу твоему Юре, посему узнаю я, что творишь милость со мной. Вишневый сок так сладок и вкусный, так приятный. Не хочешь ли отпить из моего кубка? То ли Божье наставление, то ли Божья благодать, то ли Божье повеление, как
вообще это распознать. Только в сердце зазвучали гимны музыки живой, только губы прошептали. Встань, прошу, моя жена. Совпадение или чудо, смотрит глаз не отводя, появился ниоткуда и уводит никуда. Я надеюсь, жених с невестой, вы поняли немножко? Да. Все поняли. Вы все поняли? Вы все поняли. Просто когда я готовила сценку, я не хотела... Сейчас там песня разная про жениха, сейчас я тут не буду. Внимание и отсутствие любви.
перва свадьба. А у мене, хто не знає, у мене два сина і дочка, 3 роки подряд по свадьбі. На следующий год настраюйтесь. На ваших дівчат кое-хто вже оком кинув. Тим более с Англии. Но в Англии, Олечка, надо знать английский язык. А то некоторые наши эмигранты приезжают в Америку, говорят, хочу евангелизировать, а все американцы не знают русского языка. Что бы вы хотели, как мама? Ну вы же желали все что сказать. А так, папа не бывает, на жаль. Мама за папу и за маму. Мама за папу и за маму. И Юра у нас тоже был за папу. Я ще до Веніаміна доберусь, ми з ним колеги. Поки виростуть, вони за папу, і мама була за папу, за маму. Який Юра був маленький? Інтересний. Необічний точно. Вредний. Хлопці, мабуть, вредний. Такі, знаєте, може щось таке сказати, що навіть хтось другий не придумає. Він так зразу якось зобразить. Даже не подумывай, то есть что-то такое, а он так сразу что-то может. Наташа, ты все замотай на уст и настраивайся, что он что-то такое тебе скажет, чуешь, как мама говорит. Вот в чем он необычный, чистый диагноз, он необычный у нас. Вот. Ну что ж, пожелай все самого лучшего, так и все родители желают детям. Счастливы были всегда, любили один другого. Вот, не оставляли, они хоть далеко от друг друга. Всегда же помнили, не оставляли своих рідних теж, щоб вважали. А прийдеться, сьогодні ми чули, що... Забували, щоб заїхати, так, кого може бути, так, забути. Тоже, що часто ми зручили. Хорошо, спасіба. Сестра, де ви скажете, і так? Ну, скажете річ, Наташа, прошу мікрофон. Ви поїдете вдвоєм один мікрофон. Встаєм. Кто? Все? Я узнал, что я корецкий военный. Ты тоже напишешь фильм? Да? Да. Ну, как хочешь. Вот так, вот в своем ряду пройдешь, потом сюда. А кто лично потом вы выйдете? И мы все поем 2 куплета. Да, конечно. Харисты, вы все будете, пожалуйста. Так, кидать? Это было, кидай. Если лично, Стоп, Павел, вы должны в это время скрипки взять. Пожалуйста, мы подождем. Паузу дайте, подожди. Хорошо, берите скрипочки, подождем. Деньги брали, да?
Хорошо, не буду вас мучить. Веселая. Самое главное, что я рада. Что бы ты хотела пожелать своей сестричке? Микрофон. Ну, чтобы они любили друг друга всю свою жизнь, и это любовь не угасала у них. Любовью дорожить умеете, сказал поэт. Помните? Любовь не вздох и при луне. Любовь там как-то с годами вдвойне. Правда? За 6 лет ваша любовь сильнее стала. Чего на таком же уровне? Или может сильнее, да? Хорошо. Пожалуйста, песню для молодых. А в девятиэтажке на 9-м этаже в одной комнате квартиры, нет?
Без воды? Да. Без лифта. Без лифта. С милой рай в жалше. За городом. Громче читайте. За городом. Я думала, что на необитаемом острове. За. Вот так. Где думает жить Наташа? Она написала, Юра написал, что на необитаемом острове. С Юрой. А, с Юрой. С Юрой. Да? Ну, значит, Юра ответил 5 правильных. А Наташа 6. 6? Да. Ну, поэтому в знак примирения поцелуйтесь, пожалуйста. А мы не ссорим. Чтоб победила дружба. Знаете, когда... Спасибо вам, дружки. Ваша песня. Группа. Пока вы приготовитесь, Валентина Васильевна. Чем прозвучат аккорды песни, Юра хочет что-то сказать. Не, только не нам, только им. Да, мы хотим выразить нашу благодарность первому вашему Богу, то, что нам подарил таких замечательных родителей, мою маму и мою вторую маму, старших родителей. Это честь, это, скажем, мы выразим эту любовь, мы хотим сказать, что вы очень нам дороги, и что мы очень сами вас любим, что вот эту песню еще вам подарить детей. Я полностью поддерживаю все, что он с первого счастливого мгновенья с той поры, как жизнь стала понимать, держим моим другом утешенье. Для меня была, конечно, прожитые с нами.
щаслив ти, що на землі скабуни живає, говориться як є. Помоги, Спаситель, в нашій житті, нам достойно матері ціні. Так, все сзади отойдите, все лишние, а то кто снимает, мужиков. Так, три попытки осталось. Так, три попытки. Итак, раз. Можно ловить? Смотри, кто будет ловить. Два, три. Хорошо. Так, ты выбываешь, всё. Это была первая попытка ещё. Два, три. Раз, два, три. Вот выбываешь. Бросаем, пока все не поймали. Это новая традиция. Бросаем еще. Ниже подойдите уже теперь. Лина, лови. Чего? Ну что ж ты так слабо? Хорошо. Мы не будем нарушать английскую традицию торт и чай. Так сказал Юра жених, поэтому все. А то половина людей в зале, половина в дворе. Так не Может, ты мне можешь написать свой, а я тебе напишу смс, когда я доберусь до своего мобильного. А я тоже не свой номер. Там тоже как-то шоколадки голодные.
У квартирі в 23-й, на щастя. Общалася зі своїми. Общалася? Люди живуть, чи там вони. Бачите, там люди живуть? Там 8 чоловік живе. Ну нічого. Завтра вже вбежать 5-го. А ні. Ні, сказали брати свої тарілки. Лиля, вкусная лестница? Вкусная лестница? Ну, не вижу. А что
А чем их хочет? Вилками? Вот так я понимаю, эти тарелки, что это, то там вилки должны быть. А, да. Я не знаю, то он уже с вилками есть. Сейчас. Давайте мы через час его перезвоним. Кто хочет торсик, подходите, пожалуйста. Витаня, для торта тарелки надо, да? Тарки свои бери. Они сейчас где набрали сочетание? Да. Это я? Какой? Два? Какой кусочек это был? Юрия. Ашлази. Что на тарелочку? Ну ничего, Наталья. Все нормально. Да, прям слава. На, Регина. Вот это кадр. Вот это кадр. Все родичи в сборе. А кто у нас еще женихом невестой? Сережа, ты фотографируешь? Ты, я. Хорошо, посмотрели. Посмотрели все сюда. Все поулыбались мне. Так, хорошо. Теперь еще один фотоаппарат. На него тоже нужно посмотреть и поулыбаться. 6 бачек? О, 6 бачек. Так, улыбаемся. Еще раз улыбаемся. Сейчас оно что-то тут. Во. Так. Все, улыбка. Сюда, сюда, посмотрели. Все, еще один кто-то пошел. Так, ребят. Постой. Смотрим, улыбаемся. Еще разочек. Отлично. Так, посмотрели на меня. Хорошо, ветерок подул, не так жарко. Еще на второй. Так, посмотрели. Сереж, отлично. Что? Что фотографируешь? А ты на местный чешок. Я думал, мы Так. Все, посмотрели все на меня. Девушка, вас не видно вообще. Вы зашли глубоко-глубоко назад, вас не видно. Ближе. Так, вот. Вот так вас тоже видно всех, и теперь всех видно. Птичка Буда, чили. Птичка Буда, если доплатите. Улыбайтесь, сюда смотрим. Сереж, чуть ниже. О, так. Не надо разговаривать во время фотографирования. Смотрим, смотрим сюда. Улыбаемся. Еще разок улыбаемся, не моргать. Хорошо? Следующий колбас. Люда.
Кто занимал очередь? Кто занимал очередь? Сейчас, 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 поможем. Ну, трошки, пожалуйста. Все попадаете в кадр. Мои дяди все не кепки, дивися. Так, сюда на меня посмотрели, поулыбались. Еще разочек поулыбались. Спасибо, Ванжа. Посмотрели, посмотрели на меня. Сюда-сюда смотрим. И последний раз. Хорошо. Ма! Ты сюда. Мама. Америка, держи. Все, можно? Угу. Хорошо, посмотрели.